Сегодня в городском отделении полиции прошел брифинг, где сотрудник правоохранительных органов рассказал о преступлениях, связанных с хищением автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Согласно статистике, с начала этого года в Магадане было зарегистрировано 80 заявлений о краже различного вида транспорта. Чаще всего заявляют о пропаже велосипедов. Ежедневно сотрудники полиции, заступая на службу по охране общественного порядка, проводят профилактические беседы с гражданами по недопущению оставление своего имущества без присмотра. В случае обнаружения на улицах велосипедов и другого вида транспорта без присмотра сотрудниками полиции устанавливаются владельцы, принимаются меры, направленные на недопущение хищения данного имущества. Полицейскими отрабатываются ориентировки по установлению лиц, причастных к ранее совершенным преступлениям данной категории. В раскрытии преступлений данной направленности помогают записи с видеокамер, показания свидетелей, проверка мест возможного сбыта похищенного имущества. Единственный гарантированный способ не стать жертвой кражи такого рода имущества – это не оставлять свое имущество без присмотра. После покупки велосипеда нужно сделать гравировку на нем, а также хранить чек из магазина и фотографии в отдельной папке, так как это значительно облегчит поиски и докажет ваше право собственности. Что касается автомобилей, то в этом случае необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, а именно не оставлять машину на улице без присмотра, не оставлять открытые окна, двери и не забывать ключ зажигания в машине. Если транспорт все же похитили, то ничего не предпринимайте сами. Самое главное в такой ситуации – это позвонить в полицию и заявить о пропаже.